Приближается самый нежный и женственный праздник – 8 марта. Представители сильной половины человечества готовят сюрпризы для любимых. Чем порадует виновниц торжества муромские мужчины, выясняла Анастасия Белова. Естественно, сразу букет цветов – это раз. Ну и сейчас посмотрел. Так, часы очень красивые. Только цветы. Я подарю цветы. Цветы, конечно. Какие бы подарки ни приготовил сильный пол для своих прекрасных дам, ни одна из них не устоит перед цветами. За роскошными букетами для виновниц весеннего переполоха стоит заглянуть в магазин «Розочки» на улице Свердлова, 8. Здесь вас встретит приветливый персонал и поможет подобрать и упаковать выбранные цветы. У нас «Розочка» приезжает с Пензы, приезжает с Москвы, из теплиц. Розы поступают 2 раза в неделю. Розы всегда у нас свежие. К 8 марта у нас поступили тюльпаны. Тюльпаны очень красивые, высокие. Большой выбор великолепных роз и, конечно, самых ожидаемых на 8 марта изумительных нежных тюльпанов. Желаемый букет можно приобрести по доступной цене в любое время дня и ночи. Цветочный салон «Розочки» работает круглосуточно. На языке цветов тюльпаны означают признание в любви. Поэтому, подарив прекрасной даме такой роскошный букет, вы можете не только поздравить ее с 8 марта, но и рассказать о своих тайных чувствах. Анастасия Белова, Александр Барсуков. Новости Муром.